Ремонтируем с вами стартер стримера Master BS GBS-43S. Вот, человек принес нам его вот в таком вот состоянии, вот в этом пакете, то есть все разобранное, все раскиданное. Не смог разобраться, как смотать, и, соответственно, нам принес. Вот, пружину видно, уже тут сам пытался что-то сделать, сам гнул, непонятно чего понагнул. Вот, ну, в принципе, пружинку, наверное, так и оставим, мы не будем заморачиваться. Вот, просто нам надо ее намотать. Здесь вматывается не внутрь, а вот сюда, вот прям в храповик. Чтобы разобраться, как она здесь должна стоять, мы смотрим. У нас здесь есть зацеп. Вот он. Вот он. У нас за него будет цепляться пружинка. Вот это. Соответственно, цепляться она будет вот так. Вот. И значит, вот так она будет у нас наматываться. Вот в эту сторону. Вставляем вот в этот вот зацепчик и начинаем наматывать. Придерживаем, чтобы не выскочило, особенно вот здесь вот, вот здесь в моменте сцепления. Вот. Вкрутили. Чуть-чуть у нас неправильно, немножечко подгинаем. Во. Видите, теперь зацепчик как раз нормально смотрит. Опускаем его сюда. Отверточки. Вот. И вот таким движением мы туда попали. Теперь мы ставим пружину вспомогательную, ставим верхний храповик и прикручиваем это все винтом. Эта штучка вот здесь стоит, мы ее потом подклеим чуть-чуть. Сейчас пока просто мы ее одеваем вот так и собираем ручку. Человек шнурок более толстый поставил, надо было нам его, наверное, поменять. Ну, если хочет, пусть такой стоит. Сейчас мы вытянем. Не могу зацепить. Еще чуть-чуть крутану. Чуть-чуть еще сейчас так пропихну туда. О, видно, заторчит хорошо. И теперь мы его вытащим. Завяжем на один узел, даже не будем тут сильно какие-то узлы вязать. Такой он явно не развяжется. Вот так вот. Чуть-чуть его подплавим тарелочкой. Теперь надо намотать канат туда, сам стартер. Для этого мы вытаскиваем шнурок сюда, чуть-чуть проворачиваем. Нам надо, здесь вот есть у нас специальная такая вот прорезь под канат, нам надо туда ее загнать вот так вот, раз, чтобы произвести намотку. Вот. И теперь производим вот такими движениями намотку. Против часовой стрелки мы крутим. Пружина натягивается внутри. Делаем 3. И пока 3, может, хватит оборота. Вытягиваем и отпускаем.
чуть-чуть слабоват, надо будет еще, наверное, один оборотик сделать нам. Сейчас мы так натянем. И еще один оборот сделаем. Вот. Эту штуку сейчас на клей посажу. Все, стартер наш готов. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт looktool.ru. Всем удачи, пока!